что, уставился? Ни на что, я не уставился. Хорошо, продолжим в том же духе. Знаю, почему ты на меня пялишься, но если ты продолжишь, то у кого-то будут проблемы. Прошу прощения, я не хочу проблем. Хорошо. Продолжим в том же духе. Хорошо, простите. Вы слушаете позитивные аффирмации. Повторяйте за мной. Я есть любовь. Я бесстрашен. Я... больше не боюсь своего отца. Я больше не боюсь бабайку. Я тебе говорю, чтоб ты не пялился на меня, братан, а! Я прошу прощения. Еще раз, и мой нож окажется у тебя в шее, ты меня понял? Боже мой, ладно. Прошу прощения, больше не буду на вас смотреть, я обещаю. Хорошо, продолжим в том же духе. Хорошо. Алло. Эй, сучка. Грег, я не могу разговаривать, я в сауне. Да ничего, можешь не говорить. Я просто хотел сказать, что прошлая ночь была восхитительной. А эти 12 часов, проведенные с твоей маленькой жопкой, были просто незабываемыми. И сегодняшняя ночь будет такой же. Только на этот раз мы поменяемся с тобой местами. Да какого лешего ты на меня пялишься? Прости, я просто слышу все, что у тебя звучит в наушниках, поэтому я смотрю на тебя. Ты слышал все, что было сказано? Да, во всех деталях, поэтому я смотрел на тебя. Прости, это было просто очень громко. Типа всю музыку, аффирмации и телефонный разговор? Да. О, черт. А ну не смотри на меня. Ладно, хорошо, виноват. Вот черт! Тут мертвое тело! Ладно, хорошо. Черт, вызовите скорую! Дай-ка я проверю его карманы. Так, ну все, звоните! Озвучено по версии «Время горячей озвучки».